Карина к нам поступила летом, этим летом. Вот, ей почти уже 3 годика. Девочка очень жизнерадостная, добрая. Домашняя такая, сразу видно по ней ребенок. Помощница для нас, любит всегда помогать по хозяйству, так сказать. Протереть пыль, подмести веничком что-нибудь сделать. Любит очень ходить на кухню, одевать фарточек, косыночку, нести кастрюльки, чайничек. Очень любит заниматься, музыкальные занятия очень любит, танцевать. Петь песенки получается у нее, стишочки рассказывать немножко. Рисовать любит. Играть в игрушки, с детишками тоже очень хорошо контактирует. Очень ждет семью, как и каждый ребенок, конечно. Всех, кому не безразлична судьба Карины, просим обращаться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области по адресу город Орел, улица Лескова, дом 22 или по телефону 47 57 69. Вы можете стать для нее приемными родителями, оформить над ней опеку. Процедура сейчас упрощена. Прежде всего нужно обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства, подать туда заявление. К заявлению должны быть приложены следующие документы: справка с места жительства, подтверждающая наличие жилого помещения, заключение о состоянии здоровья, потому что усыновитель должен быть здоров, справка об отсутствии судимости, справка с места работы с указанием должности и заработка, потому что очень важно, чтобы усыновитель имел определенный доход, достаточный для содержания ребенка.